সুজনার্বুদরাদিতপাদযুগম যুগধর্মধুরন্ধর পাত্তুবরম বরদাবয়দায়ক পূয়পদম প্রণমামি সদা প্রভুপাদুপদম প্রণমামি সদা প্রভুপাদুপদম প্রণমামি সদা প্রভুপাদুপদম। শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что все говорят, что сегодня день ухода моего Парамахамса Гурупад Падмы Шишила Горкишарудас Бабаджи Махараджа. Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что они говорят, что сегодня день ухода моего Парамахамса Гурудева Шишилы Горкишурдас Бабаджи Махараджа. Но я думаю, что сегодня день явления моего Гурупад Падмы. Я думаю, что сегодня настоящий день явления моего Гурупад Падмы. Почему? На самом деле, Гурупад Падма ушел из этого мира. Мой Парамхамса Гурупад Падма ушел из этого материального мира. Но я нахожу, вижу его внутри моего сердца все время. На самом деле, если вы чувствуете разлуку, если чувство разлуки, оно совершенно, то в этом случае эта разлука, она может дать вам чувство встречи, а встреча, чувство разлуки — это нечто уникальное в Вирахататве. Я могу в следующий день говорить об этом. На самом деле, если есть один круг, если мы будем проходить по окружности этого круга, то мы вернемся в нашу изначальную точку, откуда мы начали проводить линию. И также день явления, день ухода. То есть вайшнавы являются и уходят, они как получается что-то вроде полного круга. Но не все могут это понять. Парампуджипад Шишила Сидхар Дев Госвами Махарадж, он пишет, он написал такую аштаку в честь Шилы Прабхупады, что когда Харикиртан, когда Харикиртан принял форму Шилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такура Прабхупада, когда Харикиртан принял форму Шилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такура Прабхупада, то я настолько глуп, что я не смог понять. И я не смог осознать то, что Харикиртан, он принял форму Шилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такура Прабхупады. Шила Кешав Госвами Махарадж говорит, что все 24 часа в сутки Шила Прабхупад, он хочет совершать Харикиртан. Все 24 часа в сутки без перерыва Шрила Прабхупад хотел совершать Харикиртан. И Шрила Кешава Госвами Махараджа говорит, что иногда какие-то преданные думали, что если Шрила Прабхупад много говорит Харикатхи, то он может заболеть. И они взяли совет у какого-то доктора, чтобы Шрила Прабхупад не говорил. И вот Шрила Прабхупад сказал на это,
что если я прекращу мой харикиртан, тогда я заболею. Если я прекращу харикиртан, я тогда могу заболеть, иначе ничто не грозит мне. И если какие-то преданные становятся очень обеспокоены, что сейчас время Шрили Прабхупаде принять просад, нужно все бросать и принимать просад. Но Прабхупада, он гнился, когда видел такое отношение. И какая же цель нашей человеческой жизни — это занять себя в воспевании святых имен Хари Киртане всегда. Мы не можем терять свое время на что-то менее значимое. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад, он, когда бы он ни писал какое бы письмо, он, Шрила Прабхупад, он даже не говорил о себе как о Бхактисиддханте Сарасвати, он просто подписывал письма как Сиддханта Сарасвати. И Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что Бхакти Сиддханта Сарасвати значит Шуда Сарасвати. Есть два вида Сарасвати. Вы уже знаете, кто слушал Харикатху, я говорил об этом уже, это не что-то новое. Есть Шуда Сарасвати и Видья Сарасвати. Видья Сарасвати, она занимается контролированием этого материального мира, она вкладывает знания, материальное знание, она отвечает за него. Но Шуда Сарасвати всегда она отвечает за чистое святое знание. Можно видеть, что как в случае с Махамайей и Йогамайей. Йогамайя, она находится в той же трансцендентной обители, и ее тень Махамайя. Ее тень — это Махамайя, она контролирует этот материальный мир. Но Йогамайя — это изначальная энергия Шри Кришны. И кто-то спрашивает, что вы имеете в виду под Майей? Мы хотим уточнить, разобраться в том, что такое Майя. Что вы имеете в виду под этим словом? И Шрила Бхактисиддханта Такур говорит, что внутренняя энергия Бхагавана Шри Кришны — это его главная шакти, главная энергия. И кроме этой шакти, выглядит, что есть другая шакти, кроме нее, в этом материальном мире. Но на самом деле это просто тень. И та шакти она не может потерять. То есть она не может быть, если бы то изначальное шакти не было бы. И Шрила Бхактисиддханта Такур говорит, что внутренняя энергия, вечная внутренняя энергия Господа — это Йогамайя. И если вы думаете, что есть какая-то другая шакти, которая присутствует в этом материальном мире, то если бы не было бы той изначальной шакти, то той Махамайи, которая присутствует в этом материальном мире, ее бы тоже не было. И она зовется тень той изначальной энергии шакти Господа, она зовется Махамайя. То есть если бы не было бы Йогамайи, то Махамайи тем более не было бы. Махамайя представляет собой всего лишь тень Йогамайи. И таким же образом Шуда Сарасвати — это вечная внутренняя энергия Самвид. И из нее мы получаем тенью все. Все люди, материальные люди, они заняты с этой тенью, то есть изначальной энергии Господа, они находятся под влиянием этой Махамайи.
Saraswati. This was asked for this from the video of Saraswati. Bhaktivinoda Thakur. И Бхактивинода Тхакур в одном из своих киртанов он написал: Сарасвати Кришна Прия Кришна Бхакти Тахара Хия Бинадеро Сейше Вайбха. You can remember. Бхактивинода Тхакур sometime wrote. Nobody could understand what is the meaning. Никто не мог понять значение этих слов. А Шрила Бхактивинода Тхакур хотел явить нам сокровенное знание о Бенгали. И вот он написал эти слова на Бенгали. И если мы хотим получить вкус, этому то нужно изучать Бенгали. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он дает нам точное определение. И Сиддханта Сарасвати, он говорит, что Сиддханта Сарасвати, это, что самая Шуда Сарасвати, она явилась в форме Бхакти Сиддханта Сарасвати. Иначе Бхактивинода Тхакур не мог бы написать это, что Сарасвати Кришна Прия. Кто такая Сарасвати? Это Бхакти Сиддханта Сарасвати. Он из себя он представлял не что иное, как олицетворение бхакти, не что иное. И Бхактивинода Тхакур, он чувствовал себя очень... Он гордился тем, что... Что Шрила Прабхупада явился в этот мир, чтобы... дать нам точное определение бхакти, чистого бхакти. И вы уже знаете относительно Нама-таттвы, вы помните, в прошлый раз я говорил. Что трансцендентные Харинам и Хари, Господь Хари, между ними нет разницы. Харинам. Это значит, сам Хари не отличный от него. И в этом материальном мире, если вы зовете кого-то, если вы просто зовете кого-то, то если этот человек не слышит, он не может вам ответить. Вы можете кого-то звать, но если он не слышит вашего зова, то он никак не ответит. Например, shouting, water, water, I need water. Мы повторяем слово «вода», можем долгое время повторять, но воды не будет. Если мы повторяем слово «вода», то воды не будет. Вода – это объект, он полностью отличен от названия своего. И это... Но в случае с Кришной и его именем и самим Кришной, в помощи Кришны нет никакого отличия. И вот в этих словах говорится, что в Кали-Югу Кришна явится в форме своего имени. И что говорить о Кришна-наме, Бхагаватам, Шукадев Госвами, он уже сказал нам, что Шримад Бхагаватам, о царь, Шримад Бхагаватам, это сам Шри Кришна, никто иной, как Шри Кришна. Эва значит, несомненно, что это Кришна сам в форме звука, он снизошел, как Шримад Бхагаватам. И он, и этот Шримад Бхагаватам, он не отличен от Шри Кришны. И вот, когда мы говорим Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупад, с этим именем Шрила Прабхупад, он, несомненно, присутствует в этом имени, но если мы достаточно искренне, мы достаточно чисты, чтобы из глубины своего сердца повторить имя Шрилы Прабхупады. Я могу привести пример. Может быть, вы не поверите, но если я буду повторять его имя, я найду, что он присутствует здесь, но не все могут его видеть.
Кришна, у него, он дал такое обещание вот в этих словах. Кришна говорит, что я нахожусь там, где мои преданные, они воспевают мою славу. И будьте уверены, что я присутствую в том месте, но не все могут видеть. Но Шрила Прабхупад может видеть. Когда Шрила Прабхупад совершает Хари Киртан Харикатху, он может видеть присутствие Шри Чайтаньи Махапрабху. Когда он повторяет Харинам, он видит, что Панчататва явилась. И они должны находиться на одном и том же уровне. То объект поклонения, тот, кто поклоняется, и сама процедура поклонения, все это должно находиться на одном уровне, и тогда мы можем получить какой-то настоящий результат, иначе мы не сможем получить то, к чему стремимся. Совершать баджан значит достичь совершенства. Что значит баджан? Баджан значит достичь совершенства. So that you can get everything. На котором мы можем обрести все. So when Parambriyam. И вот когда. Bhakti, actually when I can give two examples. Я могу привести when два примера, когда. Мадхавендра Пурипад, я дальше могу. В следующие дни буду говорить об этом, когда Мадхавендра Пурипад, он звал Шри Кришну. Вот этими именами, то будьте уверены, что Кришна, он был там. Вриндаван там был. И когда Мадхавендра Пурипад, он звал Кришну в Вриндаван, то сам Кришна присутствовал там, в его именах он мог видеть Шри Кришну ясно, четко. И Шрила Бхактивиданта Мадхава Гусай Махарадж, я могу привести это следующий пример. И вот Шрила Бхактивиданта Мадхава Гусай Махарадж, неотличный от моего Гурудева, он однажды отправился в Ассам на проповедь Чайтанья Вани. И вот он там проповедовал, но проповедников мало было. Шрила Прабхупад, он начал проповедовать в Ассаме, и после этого Шрила Мадхава Гусай Махарадж проповедовал там. И после этого Ваман Гусай Махарадж. И вот Шрила Бхактивиданта Мадхава Гусай Махарадж, он решил разделить. Do sankirtan here, another I can go there. Follow. Make his. Но разделить свою группу на две части. One team going there, another team going. Одни поехали в одну сторону, другие в другую. Какие-то разные деревни, может, это было не так далеко, но так или иначе. In the meantime, some. Тем временем. Mayavadi, maybe they are Mayavadi. Какой-то Mayavadi. They come and attack the preaching party. Они пришли и напали на. Напали на преданных, которые проповедовали без всякой причины, избили их. Then immediately one man running there. И вот какой-то преданный из этой группы, он после этого случая, он быстро пошел в то место, где проповедовал Шрила Мадхава Гусай Махарадж и сказал, что Гурудев, вот наши преданные, на них напали хулиганы, они избили их, и многие потеряли сознание. И прочее. И, в общем, все, как сказать, все не в состоянии проповедовать. Много повреждений смертельных. И Шрила Мадхава Гусай Махарадж ничего не сказал. Он просто
произнес вот какое-то слово «Ха Кришна». Он произнес единственное слово. Это было более чем достаточно. Он просто произнес это Кришна, это слово «Ха Кришна» и все. И в ту же самую конкретную ночь какой-то сумасшедший слон пришел в ту деревню, и он разрушил дома тех конкретных майвади, которые напали на преданных, которые проповедовали там. И вот эти слоны убили всех жен, детей, и разрушили эти дома и самих майвади, и ушли. И вот в тот день те, кто напали на преданных, они поняли, и с тех пор никто никогда не нападал на преданных, которые проповедовали в том месте. И такой же похожий случай случился с Чандхази. И после этого он уже никогда не препятствовал Санкиртане. И следующий пример. Одна семейная пара, они получили харинам от Шилы Бхактисиддханты Сарасвати. Но муж, он под влиянием дурного общения оставил все, жена его как-то совершала баджан, но этот муж, он оставил все и начал жить как хулиган. И вот он стал пьяницей, и ничему не следовал, и случайно Джапамала осталась с его женой. Он ничего не делал, и однажды чем-то заболел. Он был практически, он сильно болел, он уже был на грани смерти, он был подобно Аджамилу, и вот он плакал от беспомощности и жалел то, что он делал, за то, что он делал. И тем временем он увидел, какие-то ямадуты приходят к нему, чтобы схватить его. Они были подобно демонам. И вот он увидел, что ямадуты к нему уже приближаются, чтобы схватить его. Он посмотрел на этих ямадутов и начал плакать. И он вспомнил Шрилу Прабхупаду, он произнес его имя. Он взмолился к Шриле Прабхупаде: «О, Шрила Прабхупада, спаси меня». Только он повторил эти два слова. И этого было достаточно сразу же. Он увидел, что Шрила Прабхупад явился. И ямадуты, они сразу пропали, и Шрила Прабхупад спас его. И после этого, когда он выздоровел, стал очнулся, он увидел, что все это видение пропало. Но он начал кричать: «Где моя Джапамала? Где моя Джапамала? Принесите». Он сказал жене, и жена быстро принесла ему Джапамала, дала ему, и он повторял харинам до последнего дня своей жизни. И когда спросили, что случилось, что ты кричал, он сказал: «Я видел, ямадуты пришли». И когда я возвал к имени Шрилы Прабхупады, я увидел, что он пришел и спас меня. И вот он зовется Садгуру. Я уже говорил вам, что Садгуру, у него есть его вечное существование. Что это значит? Что я хотел доказать, что этим примером, о том, что слово Шрилы Прабхупады и сам Шрила Прабхупада не отличны друг от друга. Кришна, Кришна Дама, Нама, имя, все спутники окружения Шри Кришны, между ними нет разницы между их именем и ими самими. Если я буду звать Лалиту, если я достаточно чист, то Лалита, она несомненно присутствует в этом имени. И Шрила Кешава Госвами Махарадж хотел доказать это. И вот то, с чего я начал, с Вирахататвы,
я... И сегодня мы находим, что Шрила Прабхупад, он ушел с этого материального мира, но будьте уверены, если вы следуете Шриле Прабхупаде полностью, без отклонений, все время, то тогда вы увидите, что Шрила Прабхупад, он здесь, он всегда готов спасти нас. Гаудия Мат, он не отличен от Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады. Все, что мы знаем, все, что мы обрели, все, что мы получили, вот это вот Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады. Я уже сказал о том, когда говорил о Варнашрама Татве, вы помните, что Шрила Бхактивинода Тхакур, он очень четко и ясно провозгласил, что Бимала Прасад, он послан Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы утвердить Дайва Варнашрама. Чтобы утвердить чистую Сиддханту, чтобы утвердить Дама Парикраму, тот метод, с помощью которого бесчисленное число людей может получить настоящее благо. И вот по желанию Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад, он начал Дама Парикрама. На самом деле Дама Парикрама, она начата Нитьянандой, Джива Госвами Пада, потом Ишан Тхакур. И вот вместе с Ишан Тхакуром, Наротом Тхакуром, и таким образом, эта процедура Дама Парикрама, она очень велика. И Дама Парикрама — это нечто, уникальное, с помощью чего бесчисленное количество людей может получить огромное благо. И обусловленные души, они обычно не могут повторять святые имена должным образом. Они не могут думать о Кришне, какой-то промежутки всегда, какие-то перерывы. Но так или иначе, если у них есть, будет возможность совершать дампарикраму, поскольку дама, она более милостива. Дама, она более милостива. Вы можете помнить, что когда Джагай Матай, они получили полную милость от Шри Чайтанья Махапрабху. И вот и Джагай Мадхай все же говорили о Прабху, о Господь, если ты дашь нам служение, тогда мы сможем понять, что ты простил нас. И тогда Махапрабху дал им служение, очищение дамы. Они ухаживали, подметали, чистили. Тот Джагай Мадхай гад. Я уже говорил об Ашвадхаме. Ашвадхама совершил великое оскорбление. Он убил Вайшнава. Он не мог бы быть прощен никогда. И вот Ашвадхама, он совершил великое оскорбление даже Дурьодхана. Он не был доволен Ашвадхамой. Когда Ашвадхама, он пришел с пятью отрубленными головами Панчапандава, и вот он принес Дурьодхану, Дурьодхана был недоволен им. Даже Дурьодхана был им недоволен. Почему? Что толку? Зачем ты убил их? И вот Ашвадхама, он не мог даже надеяться, что его надеяться на прощение, что и Бхагаван Шри Кришна вообще не был готов его простить, не только это. Что он даже после того, как совершил это оскорбление, он получил тело госта, тело привидения, призрака. И от его тела исходил отвратительный запах. И вот из тела Ашвадхамы такой же запах исходил.
within 2-3 kilometers, nobody can come. So fast. 2-3 километра он, его тело источало отвратительный запах. They become ghost. Ghost mean not that. You know, we say pishach. His body becomes so, you know, sinful. After that, some sadhu. И вот после этого какой-то саду Риши, он дал совет. You cannot get any kind of excuse. Что от Кришны ты не можешь, не сможешь получить никакого прощения, поэтому тебе не стоит даже приближаться к Кришне. И что же делать мне? Ты можешь идти во Вриндаван и совершать дхамма-севу, очищать дхамму каждый день, непрерывно, и в какой и в один из дней ты будешь прощен. И вот этот Ашвадхамма до сегодняшнего дня совершает баджан в Пишайгауне, From Nandagam you have to go long. И вот это рядом с недалеко от Нандаграма нужно 5 километров идти туда. И Ашвадхамма до сих пор совершает баджан там. И вот смотрите, таким образом Шрила Прабхупад. И имя Шрилы Прабхупады не отличное друг от друга. По наставлению Шрилы Бхактивинода Тхакура, по желанию Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад начал Дхамма Парикраму. Любой невежественный человек, приходящий в Дхамму, совершающий Парикраму, он, несомненно, обретет какое-то благо. Дама, она очень милостива. И вот по желанию Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад начал Дама Парикраму, и особенно гора Дама Парикрама. Вриндаван Дама Парикраму, Шрила Прабхупад тоже начал, и Шрила Кеша Госвами Махарадж, Шрила Мадхава Госвами Махарадж, они тоже совершали Парикраму Вриндавана. Но особенно это гора Парикрама, гора Мандал начал Шрила Прабхупад. И также Шрила Прабхупад хотел научно доказать, что Дайва Варнашрама, она совершенна, если вы будете ее нарушать, то все, как сказать, разрушится. И насчет Сиддханты. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, все слышал от нашей Гурварги Шрилы Сиддханты Госвами Махараджа, и нигде нельзя найти такого тонкого суждения. И такой тонкой Сиддханты нельзя найти нигде, кроме как в случае с Шрилой Прабхупадой. В 1914 году, в месяц Ашадх, в месяц Ратхаятры, Шрила Бхактивинода Тхакура оставил свое тело, и перед этим он внешне можно было бы видеть, что внешне Шрила Бхактивинода Тхакура был болен, и в то время был спор между смартами и вайшнавами. Смарта-брахманы хотели доказать, что они превосходят вайшнавов. И вот было организовано большое собрание в Балигае, это место в Миднапуре. И вот на том собрании президентом был Вишвамбарананда Дев Госвами. Он был ачарьей в линии Шьямананда Паривара.
Будьте внимательны, Баладев Видьябушан, он тоже в линии с Шьямананда Паривара. И вот Вишамбарананда Девгасвами, он был президентом на этом собрании. И он решил, что Бимала Прасад Сарасвати, он должен объяснить всем нам об этом спорном моменте. И вот мы хотим знать Сиддханту, что к чему. И вот, как, если уже Шрила Прабхупада уже сказал, что всей своей жизни я не видел. Это Махарадж говорит, что он в своей жизни никогда не видел никого, кто... Это... В общем, такого великого человека, который был сведущ в Сандарбах и Ведах, его имя было Вишамбарананда Девгасвами. И вот тот самый Вишамбарананда Девгасвами, он принял решение, что Бимала Прасад Сарасвати, он объяснит всем нам насчет превосходства вайшнавов перед брахманами. И вот Шрила Прабхупад, он говорил об этом, и книга была опубликована на эту тему, о которой он говорил. И вот Шрила Прабхупад начал говорить, где-то 3-4 дня он все объяснял, и все споры прекратились. Все смарта-брахманы, они поняли, что им тут ничего не светит, и они ушли. И даже некоторые из них захотели принять прибежище у Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. И на этом собрании какой-то один из лидеров смарта-брахманов сказал, что Шрила Прабхупад, если вы готовы дать нам посвящение, то большинство из людей, хотя они могут иногда пить какой-то чай, например, но, несмотря на это, они хотят получить дикшу от вас. И Шрила Прабхупад сказал, что я не хочу никому отдавать посвящение. Я не заинтересован в этом. I am less interested to give the chat to him. Only responsibility is there with me to solve this problem. То есть я сюда приехал для того, чтобы объяснить превосходство вайшнавов перед брахманами. И как, то есть он сказал, что приехал не для того, чтобы посвящение тут раздавать, а для того, чтобы объяснить превосходство вайшнавов перед брахманами. И вот в конце собрания вся толпа побежала к Шриле Прабхупаде, чтобы взять пыль с его лотосных стоп. И Вишамбарананда Девгасвами, он подумал, что же делать. И вот он приказал принести большую емкость, такую огромную емкость, и омыли, над ней омыли стопы Шрилы Прабхупады, и вот начали так ведро за ведром омывать лотосные стопы Шрилы Прабхупады, и сказали всем, чтобы никто не прикасался к его стопам, а вот есть Чарамрита, берите. И вот все люди пошли и взяли по капле Чарамриты с этого огромного казана. И очень быстро так вся Чарамрита, несмотря на то, что ее раздавали по капле, вся кончилась, хотя было много ведер. Смотрите, Махапуруш, он... Что сказать, что говорить? Когда Шрила Бхактивинода Тхакур, он решил уйти из этого материального мира, не в 1914 году, а раньше, Шрила Бхактивинода Тхакур говорил... Шрила Бхактивинода Тхакур, он являл лилу болезни, и Бимала Прасад Сарасвати, он подошел к Шриле Бхактивинода Тхакур и начал плакать и сказал: «О, Тхакур, никого нет, кроме вас, на самом деле, и я прошу вас больше находиться, больше
быть здесь, на этой земле. Не оставляйте нас так быстро. И сразу что? Очень быстро Шрила Бхактивинода Тхакур выздоровел, хотя недавно был на волоске от смерти. Но из-за молитвы Шрилы Прабхупады он быстро выздоровел. И он сказал, чтобы исполнить вашу волю, я нуждаюсь в вашей помощи, и поэтому поживите еще. И вот с этого момента Шрила Бхактивинода Тхакур выздоровел. И вот Ачарья, Ачарья Шрилы Прабхупады, она уникальна. Шрила Прабхупада, он самый уникальный Ачарья. Я много раз говорил во Вриндаване перед многими преданными, что во всей человеческой истории не было бы никого, кто был бы подобен Шрилы Прабхупаде. Может быть, Рамануджа Ачарья, Мадва Ачарья, хорошо, они великие Ачарьи, но такого, как Шрила Прабхупада, никогда не было. Много раз я говорил об этом, об уникальности Шрилы Прабхупады. Невозможно, чтобы кто-то был похож, подобен ему. Рамануджа Ачарья, Мадва Ачарья, они, несомненно, великие Ачарья, но их нельзя сравнить с Шрилой Прабхупадой. Шрила Прабхупада, он уникален, он несравненен, он великолепный, он непобедимый. Я говорю это искренне, что он совершенен, и такого ачарьи, как Шрилы Прабхупады, никогда не было на этой планете за всю историю. И когда Шрила Прабхупада, он начал лилу ачарьи лилу, то все прочие ачарьи, они обнаружили, что они потеряли всю силу. Поскольку перед Шрилой Прабхупадой все другие ачарьи, которые были в то время, они просто поблекли. Они, как это сказать, они в сравнении с ачарьестью Шрилы Прабхупады, они просто поблекли, они просто, как сказать, развалились. И раньше я говорил о том, что если кто-то находится в Гаудия Сампрадая, говорит какую-то сиддханту, он должен быть проверен Сварупа Госвами. Подобно тому, если мы идем в какой-то золотой магазин с каким-то золотом, у них есть особый камень, этим камнем они проверяют настоящесть золота и могут сказать, что это золото, либо какой-то процент золота там содержится, либо еще что-то, не могут. На Бенгале это Коштипатор называется. And in Hindi we say kasoti. Или на хинди касоти. Bengali speak koshtipato. На русском не знаю, как называется точно, но в общем камень, с помощью которого определяют содержание золота, либо вообще золото, что на золото. So it is a siddhanta. И вот такова сиддханта, которую мы находим у нашей Гуруварги, что любой, если он что-то говорит, какую-то сиддханту, то прежде всего оно должно быть проверено Сварупа Госвами. Если Сварупа Госвами одобрит это, то тогда мы можем принять это. Если это не одобрено Сварупа Госвами, то мы не можем принять это. Это главное. Как можно говорить так? Вся ответственность за сиддханту Гаудия Сампрадай, она дана Сварупа Госвами. И можно помнить, вспомнить, что во время Гора Лилы
во время Гуру Пурнимы я буду говорить более подробно о учении Гуранги Махапрабху. И вот там можно вспомнить, что однажды один поэт написал какую-то поэму о Шри Чайтанье Махапрабху и Джаганатхе. Он хотел произнести это перед Махапрабху, но Шри Чайтанья Махапрабху он сказал, что сначала Сваруп Госвами должен это все проверять, и потом я только могу это слушать, поскольку Махапрабху очень гневался, если какую-то ересь, какой-то расабас и прочие несоответствия или просто ошибки, либо, как сказать, все неправильно. Если было, Махапрабху очень гневался. И поэтому Кришнадас Дас Кавирадж Госвами говорит, и вот в этих стихах говорится, что если Махапрабху услышит расабас и Сиддханта Вирот, то Махапрабху очень гневается. Это очень плохо. И поэтому сначала Сваруп Госвами проверял, и Шрила Прабхупад, и Бхактивинода Тхакура, они тоже, соответственно, не позволяли ничего подобного. И в то время какой-то материальный поэт начал читать Сваруп Госвами свою писанину, и вот только он две строчки только прочитал, и Сваруп Госвами сказал, что он остановился, глупец. И ты поэт, но твои писанины как бы не соответствуют никаким стандартам. И этот поэт ему стыдно стало за свою писанину. И вот он, Сваруп Госвами, сказал, что ты совершил оскорбление Джаганатху и Шри Чайтанье Махапрабху. Хотя Шри Чайтанье Махапрабху не отлично от Джаганатха, то все же ты совершил оскорбление. И после этого Сваруп Госвами, он дал ему наставление, как исправить все это. Что иди и пытайся узнать всю Сиддханту чистых вайшнавов. Не нужно ходить туда и сюда. А нужно пойти, приблизиться к чистым вайшнавам и узнать о Бхагавад-сиддханте. И тебе также нужно принять прибежище у чистого вайшнава всем своим сердцем. И тогда ты можешь узнать, что такое совершенная Гаудия-сиддханта. Ты можешь что-то написать, но это не значит, что ты великий поэт. А что же говорить о нем, даже сам Валлабхачарья? Он написал какой-то комментарий к Бхагаватам и был очень горд из-за этого, что я написал комментарий к Бхагаватам, и я не могу принять Сиддханту Шридаса Госвами. И если ты можешь, и Махапрабху, услышав это, он очень разгневался. И он сказал такие слова, что ты подобно тому, как женщина, если она не слушает своего мужа, она подобна проститутке, так и ты. Если не принимаешь Сиддханту Шридаса Госвами, то ты такой же. И вот ты, Махапрабху, он никогда не принимал такого тонкого и грубого несоответствия Сиддханте. Как, например, во время времена Шрилы Прабхупады никто не мог, никто не нарушал никаких принципов. Даже во время просада, если такова была система, что всем нужно сидеть в зале где-то в одном месте, в линии, и принимать просад. Никто не мог просто взять перед всеми и поесть. Это было неприлично.
I already told many times when Prabhupada started. Шрила Прабхупад, когда он начал свою проповедь, я говорил об этом. Вот начало он принял обет повторения миллиарда святых имен, и после этого вся Гурварга и Панчататва, они явились к нему и дали ему приказание проповедовать. Но Шрила Прабхупад сказал, что у меня ничего нет, что я могу делать, но Панчататва и Гурварга, они сказали ему, что мы пошлем тебе все. И оно начало приходить, и так началась его проповедь. На самом деле мы можем видеть, что Гоу-Кишвардас Бабаджи Махарадж дал наставление Шриле Прабхупаде, что ему не нужно. Do any bad association? Asasanga koriben na. Apni kono shishyo banaiben na. Apni kono kolir brahmande jaiben na. Он сказал ему, что не нужно ему ездить в Кали Браманду и принимать учеников. Don't try to make any disciple. My Prabhu, don't go for. И вот Шрила Гоу-Кишвардас Бабаджи Махарадж сказал Шриле Прабхупаде, что нужно избегать дурного общения, не ездить в Кали Браманду и не принимать учеников. Но внешне можно видеть, что Шрила Прабхупад все наоборот сделал. Он принимал тысячи учеников, и народ там так. Он тоже, например, когда Локанат Госвами совершал уединенный баджан, он не хотел принимать никаких учеников, но Локанат Госвами был вынужден дать посвящение Нарутам Такуру. Он был вынужден дать ему посвящение. Не было другого выбора у него. Он его сердце полностью расплавилось, видя, какое служение выполняет он Нарутам, сын царя. You can kick me, you can throw me, but I am not going to leave you. Он сказал: вы можете выгнать меня, но я, вы можете убить меня, либо оставить живых, дать дикшу или нет, но я не оставлю вас. И Локанат Госвами был вынужден дать ему дикшу. И вот Локанат Госвами, он был вынужден дать ему дикшу. И вот тот Локанат Госвами, он совершал уединенный баджан на... У него был Рада Винод Бихари в его мешке. Jugal Sarkar there inside his packet. Get out, do worship, doing seva, after that put. Bangshidas Bhaji Maharaj also. И вот он так поклонялся своим божествам, носил их с собой. Однажды мой Гурудев рассказывал, мы ехали на какой-то праздник в Брадамане, и мы по дороге увидели Вамшивадас Бабаджи Махараджа под баньяновым деревом. Он совершал киртан, мы все поклонились ему. He used to do speak crude Bengali, you know, Bengal, Bangla, Bangladeshi people. Вот а вам что да вода с Бабаджи Махарадж, он говорил на бангладешском Бенгале. Он вроде как на Бенгали похож, но после слушая значение слов не понимается. И вот мой Гурудев сказал, что и вот все попросили его, можете ли вы с нами поехать, мы едем тут на праздник. И вот Бабаджи Махарадж сказал: хорошо, поеду с вами. И вот
когда мы только отошли, он забыл все, что обещал. И вот вообще, даст Бабаджи Махарадж, если он куда-то идет, он с собой носит Гуранита, и если он видит какое-то дерево баньяна, он вспоминает, что это Бабшават, и все, ему уже никуда не нужно идти. Он очень радуется, и ему же забывает, что он куда-то шел. Вот, любое баньянное дерево в его видении — это Бабшават. И также с Гуракишвада, с Бабаджи Махараджем, как кто-то, какие-то из дети кидают камни в него, то Бабаджи Махарадж говорил детям, что пожалуйся Яшоде, если не будет продолжать кидать в камни в него. Посмотрите, какой даршан, если вы поймете их сердце, вы будете плакать, не сможете остановиться, насколько легко их сердце. Они всегда думают, что они во Вриндаване. Лаканат Госвами Пад, он не был готов принять ни единого ученика. Либо Вамшидас Бабаджи Махарадж, либо Бхагаван Дас Бабаджи Махарадж, он или Джаган, никто, Джаганат Дас Бабаджи Махарадж, никто из них не был готов принимать учеников. И вот Гуракишвардас Бабаджи Махарадж, как-то так получилось, что у него было каких-то два ученика, и они потом ничему не следовали и пошли жаловаться к Бхактивинода Тхакуру, что они тут приехали Харинам повторить, а Бабаджи Махарадж их посылает в огород работать. И Бхактивинода Тхакуру сказал, что это указание Бабаджи Махараджа, поэтому идите и работайте в огороде. Но они начали возмущаться, что они для Харинама сюда приехали, они с садовниками работать. Но Бхактивинода Тхакура объяснил, что для них более благоприятно работать в огороде, чем повторять Харинам, поскольку их повторение — это намапарха. Служение в огороде более благоприятно, поскольку те овощи, которые будут выращены, они будут предложены Господу, и таким образом вы обретете благо. И вот, несмотря, что у Лаканатхадаса Госвами не было учеников, кроме Нарота Матакура, но у Нарота Матакура были тысячи учеников. But whereas they giving initiation, thousands of people. Apparently, it seems contradictory. I like to solve this problem. That's why I raised this point. Wanted to speak this point. Apparently, you can find Prabhupada going to violate all the instructions given by Srila Prabhupada. Он нарушил все наставления, данные Шрилы Гуракишвардас Бабаджи Махараджем. Но Шрила Прабхупад хотел доказать, что я никогда не нарушил ни единого, ни единой просьбы моего Гурудева. Говорят, что вот у вас тысячи учеников, а Шрила Прабхупад говорит, что у меня нет ни единого ученика, они все мои гуру, они все мои друзья, они дают мне возможность всем сердцем и полностью служить Шри Чайтанья Махапрабху. Подобно тому, как Шри Чайтанья Махапрабху, он однажды сказал, что на этом дереве манго, так много манго, и я один, как много я смогу съесть и раздать. И, пожалуйста, приходите и помогайте раздавать эти плоды манго. Према-фал.
И таким образом Шрила Прабхупада говорил, я никогда никому не давал посвящения. У меня нет учеников. И также Садгуру, он никогда не делает никаких учеников, он делает гуру. Он относится к ним как гуру. Они мои друзья, они смотрят на мой характер, на мои действия, чтобы я не смог совершить ни единой ошибки. И Шрила Прабхупада говорит, что они не мои ученики. Они все моя Гуруварга, Шикша Гуруварга. Они наблюдают за мной, за моим действием, за моим характером, чтобы я не смог совершить ни единой ошибки. И Шрила Прабхупада говорил, я никогда не был в Кали Брахманде, как вы в Калькутте ездили. Нет, я никогда не был в Калькутте, я ездил в Гаудиамат. Гаудиамат – это то место, в котором, которое не отлично от Вриндавана. Вриндаван не отличен от Гаудиаматха, Гаудиаматха не отличен от Вриндавана. И вот это зовется Вриндаваном в этой шлоке, что описывается. Рупа Госвами, он открыл это служение. Это служение, это сева, оно опять обнаружено Шрилой Прабхупадой, Шрилой Бхактивинода Такуром. Я никогда не был в Калькутте, как вы же видели. Нет, я был в Гаудимисе, в Гаудиаматхе. Гаудиаматха, он не отличен от Вриндавана. Гаудиаматха, он не отличен от Вриндавана. Почему я ехал туда? Для того, чтобы следовать наставлениям Чайтаньи Махапрабху. You are going to Calcutta, new people coming in front of you, so many material people, so bad association, evil association, no. И вот кто на очередной раз возражает, что Шрила Прабхупада, он был в Калькутте, а какие-то люди приходили к нему, чтобы общаться с ним. Но Шрила Прабхупада говорил, что мой Гурупад Падма, он дал мне свое великолепное, великое общение. Я наслаждаюсь его общением, и я никогда не... Поэтому я не беспокоюсь. И разговаривая с какими-то материальными людьми. И вот после того общения, которое дал мне мой Гурудев, у меня нет никакого вкуса к дурному общению. Оно противно мне. Мой безвкусно. И вот мой Гурупад Падма, он дал мне такое великолепное, великое общение, что после него уже невозможно совершать асатсангу, оно просто безвкусно. Yes. И Бирататта next day also I can. Today also Бирататта. И однажды Шрила Гаукишода Бабаджи Махарадж услышал, что Бимала Прасад Сарасвати он отправился на... Навадвипу, поскольку кто-то его долгое время звал, и вот наконец Шрила Прабхупад собрался, это была зима, как сейчас, месяц Пауш. И вот Шрила Прабхупад сидел на Вьясасане и говорил Харикатху, он прославлял своего Гурудева Гаукишода Бабаджи Махараджа. Он отвечал на... Какие-то вопросы каких-то людей, которые спрашивали, где адрес вашего Гурудева, и Шрила Прабхупад отвечал. На самом деле, постоянный адрес моего Гурупад Падмы – это лотосные стопы Радхарани. Это постоянный адрес моего Гурудева, но сейчас он баджан в кули совершает.
и та непривязанность, отречение, вайрагья. Мы эту вайрагью можно... And find Gurudev sitting in the midst of audience with, you know, kambal. И вот Шрила Прабхупад говорит, а потом он увидел, что его Гурудев, Шрила Гуру Кришнадас Бабаджи Махарадж, он сидит в этой аудитории перед посередине толпы. Он сидит укутанный в одеяло, и когда Шрила Прабхупад его заметил, Шрила Гуру Кришнадас Бабаджи Махарадж, он взял и ушел. He's coming to attend the Harikatha of Amar Prabhu. Gaurakishore Das always used to seek Amar Prabhu. И вот Гаурикишор Дас Бабаджи Махарадж, когда он говорил о Шри Прабхупаде, он говорил Амар Прабху. Но сначала он хотел обмануть Шри Прабхупаду, но не смог. Gaurakishore Das Махарадж entering in the Latin. И когда Шрила Прабхупад пришел встретиться к Шриле Прабхупаде, Шрила Гуру Кришнадас Бабаджи Махарадж, он закрылся в туалете, чтобы никто не беспокоил его и повторял Харинам там. Ну, а какие-то люди приходили к нему на даршан, ждали час-два-три, и терпения не хватало, и уходили. Но Шрила Прабхупад узнал и пришел к нему, переплыл Гангу, и он пошел на даршан к Шри Гуру Кришнадас Дас Бабаджи Махараджа, и когда спросил, где он, сказали, что в туалете, и давно уже не выходит, и Шрила Прабхупад понял лилу Гуру Кришнадас Дас Бабаджи Махараджа, он подошел к тому месту и начал кричать: «О, Бабаджи Махарадж, вы хотите обмануть меня также? Я ваш слуга Бимала Прасад». И вот он сразу... Он сразу вышел. И вот Бабаджи Махарадж, как услышал Шрила Прабхупаду, он сразу вышел. И таким образом некоторые преданные хотят избежать материальных людей, но Шрила Прабхупад не может этого делать, поскольку это его обязанность спасти весь мир. На самом деле, это вся обязанность на Шрила Прабхупаде, чтобы спасти этот мир, и поэтому Шрила Прабхупад не смог избежать. In here, night time came. Four officials job been there. Bhaktivinoda went there. Night time. Shila Bhaktivinoda coming. Shankar. Mahadev Shankar had just arrived. Decision to leave this place and go to Vrindavan to do your solitary vayan. Shila Bhaktivinoda. What about this Gaurdham? A secret Vrindavan. Who can do this? Что только тебе уезжать во Вриндаван, а кто же позаботится об этом святом месте? Then Bhaktivinoda Thakur took decision. No, Tarakeshwar actually giving instruction. Don't go. It is your responsibility. That's why Prabhupada speaking, the name of Bhaktivinoda Thakur is Nodia Prakash. Name of Bhaktivinoda Thakur. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, что одно из имен титулов Бхактивинода Такура — это Надия Пракаш. But we can say personally, we can say he is Nodia Prakash, because Nodia and Nodia Vihari Hari Gaurango was totally exposed in front of all whole world, because Bhaktivinoda Thakur was the first person. И вот Шрила Бхактивинода Такура, он был первый, кто начал говорить о Гаудия Даршане перед иностранцами. Чайтанья Вани, он начал проповедовать за пределами Индии, и иностранцам он говорил на бенгали, на хинди, на санскрите, на урду, на английском. Hindi, Bengali, Sanskrit, Uriya, English, Urdu. Он знал множество языков, Шрила Бхактивинода Такур, и проповедовал на всех их.
educated people. First, Bhaktivinoda Thakur. In front of all, you know, this way actually, you see. И таким образом, смотрите, Шрила Прабхупада был, он, Махапрабху дал ему такое служение проповедовать. И в каждой деревне, вы вскоре в каждом городе и деревне вы увидите, что повторяют мое имя, имя Шри Кришны. И сегодня можно видеть, что практически в каждом городе повторяют святые имена. И Шрила Прабхупада сначала он принял решение жить в Майпуре. И после этого, что случилось? Кунджа-бихари Видя-бушан, Бхакти-вилас Тиртха Махарадж. He just discovered this relation. Then Kunjabihari Vidyabhushan. И вот Кунджабихари Видьябушан, он в Калькутте организовал проповедь. The reason for why you have come here in this material world, you will have to do. Otherwise, why you are coming here? Он сказал Прабхупаде, для чего вы пришли в этот материальный мир, вы должны проповедовать. И он из силы взял его, переехали не в Калькутту, они сняли какую-то комнату на улице Ультаданга во втором доме, и там началась Гауди-миссия, не было никого. Только был сломанный стул и стол Шрилы Прабхупады. Он говорил харикатху, там каждый вечер два часа. Многие преданные приходили туда, мой Прабхупад Падмаун тоже ходил и слушал харикатху на этой улице Ультаданги. Я же говорил о том, как можно определить, кто есть вечный спутник. Кто вечный спутник Шрилы Прабхупады, например, чей-то отец может получил посвящение дикшу у Шрилы Прабхупады, но это еще не значит, что он вечный спутник Шри Чайтанья Махапрабху, как определить. И вот в этой шлоке говорится, как же определить, кто есть вечный спутник, а кто нет. Что те, кто исполняет желание сердца Шри Чайтанья Махапрабху. То есть кто это сделал? Это Шрила Прабхупада, Бхактивинода Тхакур, Шрила Кеша Госвами Махарадж, Шрила Пури Госвами Махарадж, Шрила Сидхар Госвами Махарадж, Шрила Свами Махарадж. То есть это они. То есть можно видеть, что те, кто исполняют желание сердца Шри Чайтанья Махапрабху, они есть его вечные спутники. И также следующее доказательство, например, если принять точку зрения тех, что те, кто получают харинаму дикшу у Шрилы Прабхупады, они его вечные спутники, то что толку тогда, если Шрила Прабхупада приходит в этот мир со своими спутниками и с ними же и уходит, никого нового там не появилось, то толку от этого, потому что Шрила Прабхупада пришел в этот мир, чтобы спасти людей. И поэтому, соответственно, не все его ученики, его вечные спутники. Это невозможно. Также Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж в своем киртане он пишет такие слова, что Шрила Прабхупада он пришел в этот мир, чтобы спасти обманутых и обманщиков. Он для этого принял саньяс, чтобы спасти падших душ. Как Рамануджачарья, он принял саньяс от своего Гурудева Ямуначарьи. От фотографии Ямуначарьи. И также Шрила Прабхупада принял саньяс от фотографии Гаудишода Бабаджи Махараджа. И многие критикуют его, что у вас нет права такого делать. Но с другой стороны говорится, что есть восемь видов божеств, и одно из них — это изображение, фотография.
тоже одобрено шастра. Но опять же, это чувство должно быть у вас, вера непоколебимая, что это изображение, оно не отлично от самого Шри Чайтаньи Махапрабху. В чем проблема тогда? И вот подобно тому, как Рамануджачари. Он принял саньясу, но перед этим Кунджада, сила его перевез в Калькутту, чтобы он там говорил о послании Шри Чайтаньи Махапрабху. И так день за днем все больше и больше людей приходило, чтобы слушать харикатху Шрилы Прабхупады. Они вдохновлялись. Я уже говорил, что до тех пор, пока мы не можем найти какой-то ярчайший пример, обусловленные души не могут получить вдохновение до тех пор, пока мы не увидим какой-то сияющий, ярчайший пример, то мы не сможем получить вдохновение совершать харибаджан. Почему так много преданных не могут обрести силу, чтобы совершать баджан? Почему это происходит? И такого... Почему? И вот Шрила Прабхупада, из-за того, что не видит перед собой яркого примера, и Шрила Прабхупада говорил харикатху, множество образованных людей приходили слушать харикатху, и их число постоянно увеличивалось. Что-то один приходил, рассказывал друзьям, знакомым, и еще кто-то приходил, там те, в свою очередь, рассказывали. Так больше и больше приходило. И однажды на дне ухода Шрилы Санты Госвами Махараджа я говорил, что никто не может остановить меня, если это желание Нитьянанды сделать что-то что-то великое через меня, то никто не может остановить меня. И Шрила Прабхупада также говорил, что если весь мир будет против меня, то все же я не боюсь этого. Я нахожусь под лотосными стопами моего Гурупад Падмы и буду воспевать его славу и славу абсолютной истины. И несмотря на то, что весь мир будет против меня, я не изменю мои сиддханты. Если весь мир будет против меня, пускай, но я не изменю мою сиддханту. И поэтому, когда Шрила Прабхупада оставил этот мир, он говорил, я знаю, я был вынужден причинять боль так многим людям. Я знаю, я был вынужден беспокоить вас ради того, чтобы вы совершали настоящий безупречный харибаджан. Я иногда говорил жесткие слова, какие-то жесткую сиддханту. Но не для того, чтобы принести вам какие-то проблемы. Это не было моей целью. Я хотел видеть, что вы совершаете настоящий харибаджан. Последний раз. В то время, когда Шрила Прабхупада оставлял свое тело, этот мир, он говорил, вы обещали мне, что вы будете совершать настоящий харибаджан, но сейчас отклоняйтесь от этого обещания. И это нехорошо, вы должны совершать харибаджан. Шрила Прабхупада никогда не менял своих слов. Любая сиддханта, сказанная Шрилой Прабхупадой, она подобна Гималаям. Шрила Прабхупада никогда не... Он никогда не изменял своей сиддханты. Нельзя найти ни единого примера, когда Шрила Прабхупада отказался от своих слов. Если он что-то сказал, он сказал это навечно. В этом и отличие садгуру и садвайшнавов, если они что-то говорят, оно вечно. Любой шудда вайшнав, если он что-то сказал, его все слова не вечны, их невозможно изменить.
такого Сиддханты, и также Сиддханта. И вот Шрила Прабхупад начал проповедовать. И после этого, смотрите, так много людей пришло, чтобы принять прибежище у Шрилы Прабхупады, и его вечный спутник, как Шрила Госвами Махарадж, Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шрила Свами Махарадж, Шрила Шридхара Дев Госвами Махарадж, они его все вечные спутники, Шрила Джаджара Госвами Махарадж, они все вечные спутники, Шрилы Прабхупады, Парамхамса Махарадж, Бондев Госвами Махарадж и прочие. Однажды Шрила Бондев Госвами Махарадж спросил Шрилу Прабхупаду. И вот однажды Шрила Прабхупад дал наставление Шрила Бхакти Харидой Бондев Госвами Махараджу, что он должен отправиться на Радакунду и сделать там выставку. In the meantime, I like to speak this point that Prabhupada was bound to give sannyas. Prabhupada was bound to give harinam, diksha, sannyas so quickly. Перед этим я хочу сказать, что Шрила Прабхупада дал харинам, дикшу и очень вскоре саньяс вот этим трем личностям. Шрила Вайкана Госвами Махарадж, Госвами Махарадж и Бондев Госвами Махарадж. Амбапуа. South Indian border. Вайкана Госвами Махарадж. Прабхупада was bound to give. Обычно Шрила Прабхупад наблюдал за преданными 10, а то и 15 лет за брахмачари и отреченностью какого-то конкретного преданного. Спрашивали, что можно ли дать брахмачари, одежду брахмачари какому-то преданному. Но Шрила Прабхупад сказал, нет, давайте еще лет 5 подождем. Кто-то 10 лет, кто-то 20 лет ждал. Следовал брахмачари, но Шрила Прабхупад он не спешил давать им саньяс. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что если видите, что количество отреченных людей увеличивается, это шутки майя. И Шрила Прабхупад говорит, что если вы день за днем видите, что количество брахмачари и саньяси увеличивается, то будьте уверены, это шутки мои. Это не так просто. Особенно Шрила Прабхупад давал наставления тем, кто принимает отреченный уклад жизни. Для них Шрила Прабхупад говорил что-то особенное. Те, кто проповедует, однажды Шрила Прабхупад сказал, о, мои друзья, будьте внимательны. О, мои друзья, будьте внимательны перед тем, как отправляться в западные страны. Будьте очень внимательны. Они очень продвинуты в технологиях и прочем. Но будьте уверены, эти иностранцы, они примут вас, примут вашу сиддханту, ваше учение, наше гуравани, но вы должны являть то Ачарон, то есть вы должны являть это своей жизнью, и вы можете увидеть, что тысячи преданных, тысячи иностранцев, они примут на наше учение. И Шрила Прабхупад говорит, что тысячи иностранцев, они придут к нам, но вы должны быть сами совершенны. И с такой надеждой мы должны проповедовать читание вани, послание Махапрабху, и должны действовать согласно нашим словам. Мы должны делать то, что говорим. И Шрила Прабхупад давал особые слова.
И тот Шрила Прабхупад, который 20 лет ждал, чтобы проверить отреченность какого-то определенного преданного, достиг ли он совершенства в своем отречении или нет, то он же... И после этого, поскольку брахмачарья, такая оранжевая одежда, это значит уже половина саньяс, половина саньясы, но сейчас никто не следует этому, и поэтому такой бардак везде. А во времена Шрилы Прабхупады никто не мог говорить с матаджи, например, даже без какой-либо причины. А сейчас, такого нету, и все это майя влияет так. И вот Шрила Прабхупад говорил. И вот Рабиндранат Тагор, он однажды вернулся с мирового турне, получил эту Нобелевскую премию, так вернулся в Индию, и Бхактивинода Тхакур и Прабхупад вместе с ними, это семья Рабиндранат Тагур, они как-то друзья были с прошлых, с прошлого, и вот они приехали посетить, встретиться, и Рабиндранат Тагор там был, и вот Шрила Прабхупад увидел его и спросил, что вы думаете, если я пошлю каких-то преданных на Запад проповедовать, могут ли стать они успешными? Но он сказал, нет, это невозможно, они очень материалистичны, это невозможно. И когда он это сказал, то Шрила Прабхупад, он потом начал говорить Харикатху перед Рабиндранат Тагуром. Шрила Прабхупад начал говорить о Чайтанья Ване. И Рабиндранат Тагур потом попросил прощения и сказал, что если такая великая личность, как вы, отправится на Запад, то, несомненно, она достигнет успеха. Я прошу, беру свои слова назад. И в любое время такая великая личность, как вы, если отправиться на Запад, она, несомненно, достигнет успеха. И поэтому вы можете отправить кого-то. И после этого Шрила Прабхупад первого послал Бхакти Прадип Тирта Госвами Махараджа, потом Госвами Махарадж, Бондев Госвами Махарадж. Они все начали проповедовать, и после этого, когда Шрила Прабхупад ушел, Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж отправился на Запад и проповедовал на широкую, на широкую ногу. То есть, ну, перед этим его, как сказать, гуру братья, они какое-то основание заложили. И вот до этого этот губернатор Бенгала, лорд Андерсон, он встречался с Шрилой Прабхупадой, посещал Майпур, и так или иначе какое-то основание было подготовлено, и поэтому потом Шрила Бхактивинода Свами Махарадж, он уже широко распространил сознание Кришны, иначе как это было бы возможно. И вот таким образом, смотрите, суть в том, Шрила Прабхупад, он сказал, хотел проповедовать по всему миру, и он практически, он уже достиг успеха, но путь, как они проповедовали, как, что Шрила Прабхупад хотел, и то, что сейчас происходит, это не то. То, как проповедовал Шрила Прабхупад, он был очень, как сказать, высокого стандарта, и результат очень медленно, но, как сказать, проповедь была медленная, но результаты были капитальные. Я говорил уже о том, что массивная проповедь Кришны, сознание Кришны проводилась Агасурой, Бакасурой, Камсой. Я говорил об этом вот в Джаландаре, в Пури, в других местах. Я говорил, что такая широкая проповедь демонами, Агасурами, Бакасурами и Путаной, Камсой.
они Шишупалы, они как бы быстро и широко проповедовали, поскольку их проповедь, она негативная проповедь, и Шрила Прабхупада говорил, проповедь может быть двух видов. Одна негативная, другая позитивная. Негативная проповедь очень быстра, как Путана проповедовала. Ну, своим, как сказать, примером, чего не нужно делать. Агасу, Бакасу, Камса. Все быстро. Весь мир знал, что, ну, что весь мир как бы узнавал о Кришне. Как вот случилось с Шрилой Прабхупадой. Когда на них напали в Навадвипе, во время Навадвипдам Парикрама, то Шрила Кеша Госвами Махарадж, он, подобно Курешу, он, ученику Рамануджа Ачарьи, он хотел спасти своего Гурудева. Гурудев, он как бы вечен, но все же такова лила, что Кеша Госвами Махарадж хотел спасти Шрилу Прабхупаду, подобно Курешу. И много преданных пострадало. И в новостях вышло, что опять брахманы напали на преданных во время парикрамы, и об этом узнала вся Индия, и все преданные решили, что нужно пожаловаться в полицию на этих брахманов, которые напали. Но Шрила Прабхупада сказал, почему они напали на нас, но не проповедуют для нас. Почему мы должны жаловаться? Нам нужны десятки тысяч рупий, чтобы достичь такого же эффект, даже сотни тысяч рупий, чтобы таким образом попасть во все газеты. Они бесплатно для нас сделали, поэтому зачем жаловаться? Нужно принять это позитивно. И они наши друзья. И в тот день я сказал, что все негативное. In adversity, если во всем плохом мы можем видеть хорошее, это зовется Вайкунтха Даршанам. Я говорил чуть раньше, что значит Вайкунтха Даршан. Это значит, что в какую бы ситуацию вы ни попадали, если вы видите благоприятное в ней, то это зовется Вайкунтха Даршан, что посреди множества проблем вы находите что-то положительное, это зовется Вайкунтха Даршана. Вайкунтха Даршана не так просто. Мы можем сказать, но когда ситуация приходит, чтобы проверить нас, то мы можем не выдержать во время на пути нашего баджана. Тысячи и тысячи препятствий, испытаний может прийти к нам. Например, если мы получаем какое-то образование, разные экзамены, и если их все пройти, то мы успешно завершаем свое образование. И также на пути баджана бесчисленные препятствия, бесчисленные испытания, они есть. Bhajan pad yaha kantaka koti ruddho. Countless thrown there, nail. No respite. Prabhupada requesting us all. Шрила Прабхупада просит нас всех. Under the guidance of Prabhupadananda Sarasvatipa. Dante tinakam nidhayo padayor nipattu. Kakushat etadaham bhaktu. हे साधवो सकलमेव विहायो दुरा चैतन्य चंद चरणे उरुधानुराग then Prabhupada giving instruction to those devotees who are going to preach Chaitanya Vani. Тем преданным, которые проповедуют наставление Шри Чайтаньи Махапрабху, о, мои друзья, будьте внимательны, вы должны помнить третью шлоку Шикшаштаки. Тинаду висуни жанатарур сешнаманин мадыр киптаньяс.
Будьте внимательны. Никогда не теряйте ваше терпение. О, мои друзья, те, кто проповедует, он должен подготовиться. Эти все... The vaibhav of Krishna, seva. Prabhupada is giving advice. Whenever you see anything opposite, anything opposite, Astuti and finance are there. You have to do in a very balanced way. Yukta vairagya. И также мы должны соблюдать юкта вайрагья. If you lose this, если мы потеряем эту юкта вайрагью, наши принципы поведения, то тогда мы потеряем себя. Это юкта вайрагья, это очень тонкая грань между суть юкта вайрагья, чтобы все занимать служение. Шрила Прабхупад говорит: о, мои друзья, вы должны помнить эти две шлоки и никогда не забывать их. Это ваш единственный. Единственный мотив в вашей жизни – это делать все для радости, для удовлетворения Шичитани Махапрабху. Никогда не забывайте, это наша единственная цель – служить Шичитани Махапрабху, отцу Санкиртаны, Гуру Нитянанда. Никогда не забывайте это. Если вы забудете, то на пути вашего баджана, на пути вашей проповеди, так много разных привлекательных вещей может быть, и, но вы не теряйте терпения, о, мои друзья, на пути вашего баджана множество препятствий, множество соблазнов будет. Но если у вас есть такой даршан, Вайкунтха даршан, то вы станете успешны. Но если у вас нет Вайкунтха даршана, то вы будете видеть только это кровь и плоть, и это будет причиной вашего падения. Будьте внимательны. Если у вас есть такой Вайкунтха даршан, вы можете проповедовать очень прекрасным образом всем иностранцам, иначе нет. И если на пути вашего баджана, на пути вашей проповеди, многие соблазны, они придут к вам. Смотрите, Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж, он был достаточно пожилой, у него был... У него были сердечные приступы 18 раз, но все, что приходило к нему, он все занимал в служении. Или Шрила Гаурвинда Махарадж. Ничто не могло задеть их сердце. И поэтому я в этой шлуке говорил и еще раз повторю. И наша непривязанность, она должна быть совершенна, наша отреченность должна быть совершена, и это особая особенность Шрилы Прабхупады, это юкта вайрагья. Шрила Прабхупад говорил, для настоящей проповеди Шри Чайтанья Вани я могу снизойти на любой уровень. Пусть люди критикуют меня, мне все равно, что они говорят. Но для настоящей проповеди Шри Чайтанья Вани я могу снизойти на любой уровень. И вот поэтому для губернатора Бенгала Андерсона, он заказал еду из Great Eastern Hotel.
Но многие не поняли Шрилу Прабхупады. У Шрилы Прабхупады было настроение Радхарани, но никто не мог понять его. То, что я забыл объяснить, однажды Шрила Прабхупад дал наставление Бандав Госвами Махараджу, и вот только три или четыре человека преданных получили Харинам Дикшу, Брамачари, одежду Брамачари и саньясу, всего несколько, не все. Почему так? Хотя обычно Шрила Прабхупад ждал 20 лет, чтобы наблюдать за преданными, их отречение совершено или нет. И вот Бондев Госвами Махарадж, он однажды пришел к Шриле Прабхупаде и сказал, что у него есть какой-то вопрос. И он сказал, что у меня есть привлечение к Рагануга Баджану, Шичитани Махапрабху. Можете ли вы объяснить и дать мне какое-то наставление? Да. Ты можешь прийти вот в такое-то время, я тебе все объясню. И тогда Шрила Прабхупад, он дал нам такой пример, что... что это не должно быть в открытую, и он дал наставление, что нужно читать вот эти книги, и потом я могу дать что-то больше. Шрила Прабхупад, он не против Рагануга Баджана, но наоборот, я могу сказать, что Шрила Прабхупад, он говорит, что та причина, ради которой я явился в этом материальном мире, она не успешна, поскольку я хотел дать это великое сокровище им, но я не вижу никого, кто бы мог должным образом принять это. И однажды, когда Шрила Прабхупад давал наставление Шрила Бондев Госвами Махараджу, ты можешь отправиться на Радакунду во Вриндаван и организовать выставку. Какую выставку? Да, о разных кунжах, где Лалита Саки Кунжа, где Кунжа Вишаки и все остальные. Ты должен пойти обнаружить это все и организовать выставку. По этому поводу им Бондев Госвами Махарадж удивился и сказал: «Я очень удачлив, Шрила Прабхупад дал мне такое наставление». И он обрадовался и ушел. И он сделал прекрасную выставку, где Рупа Госвами Пад, где Рупа Манджари и все прочие манджари в своих соответствующих кунджах, заняты своим служением. И однажды потом Бондев Госвами Махарадж один подошел к Шриле Прабхупаде и сказал: «О, Шрила Прабхупад, простите меня, я прошу прощения прежде всего, что случилось, я хочу узнать вашу сварупу». И Шрила Прабхупад очень, как сказать, разгневался. «Ты спрашиваешь мою сварупу, о глупец? Ты находишься со мной, совершаешь служение, но ты не можешь понять мою сварупу. Я должен что-то сказать тебе. Ты спрашиваешь о моей сварупе». Шрила Прабхупад стал очень жесток. И до сегодняшнего дня ты не понял, какова же моя сварупа. И тогда Бондев Госвами Махарадж, он испугался, что спросил что-то не то. И потом, по милости Шрилы Прабхупады, он осознал, он понял, что сварупа, его сварупа на Янамуне Манджаре. И однажды Шрила Прабхупад писал в одном письме Кунджа Бихари. Это в дальнейшем я могу объяснить. Это сейчас я не могу закончить то, что начал. Это очень обширная тема. В одном письме Шрила Прабхупад он дал намек о том, какова же его вечная форма. Форма Шрилы Прабхупады, она также вечна. Я уже говорил вам, те парамхамсы ачарьи в Гауди Сампрадае, у них есть две сварупы. В одной сварупе они совершают нитья-севу в Гурудаме, а в другой во Вриндаване Рупа Госвами Пад, Рупа Манджари.
Санатан Госвами Анагамаджари, Кришнадас Кавирадж, Каустури Манджари. Все они так... Нарахари Саркар Такур Мадумати. Нарахари Адикори Чамаро Дулай. В одном из киртанов говорят такие слова. Not, you cannot remember. You forget. Indication, Prabhupada, just give one in very secretly. И Шрила Прабхупада дал, Шрила Прабхупада дал такой намек в одном из писем. И Бхагаван Госвами Махарадж, он чувствовал себя глупцом, зачем я такой вопрос спросил. Я не должен спрашивать. Но так или иначе, в один из дней я по его милости могу узнать, и это случилось. И после этого Шрила Бхагаван Госвами Махарадж на Харикатхе объяснял. This point, one day, very secretly. Bhanugasimha explaining. Bhanugasimha has such personality, he used to speak English so fine. Bhanugasimha, он на таком прекрасном английском говорил, даже ученые из Оксфорда, им было стыдно. Even Oxford scholar can feel I am weak in front of Bhanugasimha. So nice speaking. Gigantic spiritual personality. When approaching German, going to German, they said, we are less interested in hearing English. Вот, когда он, if you can speak in German, then he learned German Западе, within 6 months. Когда приехал в Германию, то ему сказали, что на английском тут мы запрещаем говорить, хотите проповедовать, учите немецкий. И он за полгода так выучил немецкий. И вот во Вриндаване есть колледж имени Бхагаван Госвами Махараджа. И вот однажды он объяснял имя Наянамани Манджари и каково же значение этого имени. Радхарани говорит, у меня есть два глаза, и эти два... By retina I can see everything. Money, you know, ball, eyeball, globe. That is called Nayanmani Manjari. If Nayanmani Manjari is not there, rather if I am blind, oh, I cannot see anything. Where is Nayanmani? Зрение, то есть способность видеть, и это есть Nayanmani Manjari. It's called Nayanmani Manjari. It's two eyes, no value. If I cannot see, два глаза, если у них нет зрения, no glue, we cannot see anything. То толку от них нету, то есть они еще должны, как сказать, функционировать. И это зрение, функция глаз, и есть Nayanmani Manjari. So you see the position of Nayanmani. И вот смотрите, в каком положении Nayanmani Мани Манджари находится, вы понимаете величие, очень, ее положение очень высоко, и мне, я чувствую, неудобно говорить такие высокие вещи. И перед тем, как оставить с этого, уйти с этого материального мира, Шрила Прабхупад хотел сделать нечто великое. И кто-то говорил ему, что, о, Шрила Прабхупад, вы очень удачливы, вы за такое короткое время так широко проповедовали, что 64 Гаудия Матха вы утвердили, установили во всем мире. Ну, подавляющее большинство в Индии, немного за пределами, но Шрила Прабхупад сказал, что вы говорите, я хотел установить Гауди Матх в сердце каждого человека, вы говорите всего 64 матхи, я хотел основать Гауди Матх в сердце каждого живого существа, но я не смог этого сделать. Вы говорите всего лишь 64 матха. Это разве успех? На самом деле 64.
И сейчас с этих 64 матков бесконечное число Гаудиматков размножилось. Но Шрила Прабхупад говорит своей собственной силой, вы не можете основать Гаудимат, вы не можете призвать божеств с помощью своей собственной силы, установить божеств или призвать божеств, основать какой-то храм. Это обязанность великого Садхгуру, кто получил милость Нитянанды Баларама. Может, у вас какие-то деньги, можно пойти и открыть храм? Нет. Шрила Прабхупад говорил, с помощью денег невозможно открыть храм. С помощью денег невозможно основать мат. С помощью денег нельзя установить божеств. Это может быть произведено только Махабхагаваты, кто глубоко погружен в эту лилу. И поэтому Шрила Прабхупад и мой Гурудев говорили: «О, мой сын, если вы находите какой-то великий Махабхагават, дает вам указание где-то заказать божеств в Джайпуре там, то будьте внимательны, это Свапракаш». А если какой-то человек с деньгами пошел и хочет купить какие-то божества на заказ, то это не Свапракаш, этого мало. То есть если Махабхагавата, он призывает каких-то божеств, это тот Господь, который явился в его сердце, а потом уже его, эти божества явили в каком-то материале. И вот the packet came, he break the, you know, thermocol packet, and get out, and start it out. Same thing I told you, in Assam, you know, такой же случай был в Ассаме. Рамана Шрила Прабхупад дал наставление Рамананде Прабху. Это было в Сарбоге, первый Гауди Матхавасами был в Сарбоге, и Шрила Прабхупад дал ответственность Рамананде Прабху, чтобы он все подготовил предварительно. Ты позови меня, я начну процедуру установки божеств. И Рамананда, он был великий преданный. Это было Шридхар Госвами Махарадж. И вот он, сначала нужно было очистить божества, помыть их и прочее, и после этого одеть. И потом из-за своей огромной любви он предложил гирлянду Рада Говинде и Гора Хари, и позвали Шрилу Прабхупаду, чтобы он начал пишеку. И когда Шрила Прабхупад пришел, его позвали Шрилу Прабхупаду, и когда Шрила Прабхупад пришел, он, все люди, большое собрание собралось смотреть на церемонию установки божеств, совершали санкиртан, Шрила Прабхупад пришел. Только он открыл алтарь и зашел туда, он увидел, что Виграха уже установлена. И что делать? Шрила Прабхупад сказал: Виграха уже установлена. Ну как, ничего не было вроде, ну как, Абхишека не было, ну, а Виграха уже установлена. Ты преданностью Рамананды Прабху, те божества, они, Кришна Радхарани и Гуранга Махапрабху, они явились там. Кто может сказать такую сиддханту? Во всем мире есть ли что-то похожее? Только Шрила Прабхупад может посмотреть и сказать, что практически уже произошла. You can go mad. Рамануджачарья сказал такую сиддханту. If
если какие-то божества, если Махабхагавата поклонится таким божествам, то эти божества, они, как сказать, приходят туда. И однажды за жизнь Рамануджачари, у него был великий преданный, он был домохозяин, он попросил Рамануджачарию, чтобы он свои божества оставил ему. Но Рамануджачари сказал, что еще живой, зачем божества тебе? Мое божество, но этот преданный настаивал, и он был вынужден. И вот Рамануджачари дал свою мурти ему при своей жизни. И это божество, когда Рамануджачари ушел, и это божество потом говорило с этим учеником. Если какие-то проблемы возникали у этого ученика, то он говорил непосредственно с божеством Рамануджачари. И вот Сакшат Браджандананда, this Siddhanta there. So what about the deity of Krishna and everything? Follow. When in Julanbari, Julanbari in Dhaka. Я однажды в Даке, в Джуланбаре, достаточно давно, я не помню, когда точно, Шрила Прабхупад, он говорил Харикатху, объяснял эту шлоку. На протяжении месяца он объяснял, комментировал эту шлоку Джанмадасу непрерывно. И вот во время Картик Враты Шрила Прабхупад повторял Харинам и объяснял эту шлоку, как это возможно. Он Харинам повторяет и Харикатху говорит, как это. И так каждый день продолжалось. Одну и ту же шлоку он объяснял, и после того, как Харикатха закончилась, один преданный, он, плача, подошел к Шриле Прабхупаде и сказал: «О, Прабхупад, пожалуйста, вот мой дом тут рядом, если вы зайдете ко мне домой, и... А что толку? Я хочу, чтобы божество установили у меня дома». И Шрила Прабхупад вынужден был сказать, что смотрите, я тут занят, я не могу времени выделить, чтобы пойти к вам домой. И простите меня, не обижайтесь, смотрите, вы можете божество свое ко мне принести. И этот человек принес божество к свое к Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупад взял цветок с чанданой, предложил к этому божеству и одно тулси, и все. Против все призвали к божеству. Мой Гурупад Падма Бхакти Прамод Пури Девгасвами Махарадж тоже иногда так делал. Шрила Гурудев не одобрял этого, но я видел иногда, случалось, что кто-то с Гопалом приходил, выпрашивал, чтобы Гурудев какой-то цветок предложил этому божеству, и так... Как сказать, так обманным путем его просили призвать к божество. И когда Гаудия Матх только начал проповедовать в Бангладеше, все сахаджи, они объединились и начали возмущаться, поскольку если Гаудия Матх придет, то их базар как бы прекратится. И вот они начали объявлять, что если кто-то из Гаудиаматха приходит к вам, то не надо давать им ни риса, ни муки, ни пшеницы, ничего вообще.
никаких подаяний, никаких денег, никаких овощей не давайте. Будьте внимательны. И вот к Шри Прабхупаде пришло это послание, что те сахаджи в Бангладеш, они всех предупреждают, чтобы никто не давал ничего Гауди Матхе, чтобы никак не помогали Гауди Матхе, как же можем им проповедовать. И Шрила Прабхупад сказал, что идите и проповедуйте. Who is going to stop water? That water is there in Buri Ganga. You can drink water and go on preaching. Вода в этой Бури Ганге, пить эту воду и проповедуйте. Никто не может забрать у вас водой. Хорошо, у вас нету рису, далу и пшеницы, но никто не может вас. Но никто не может остановить вас пить воду из этой Бури Ганги, и так пить воду и проповедовать, и вскоре вы достигнете успеха. И вот так преданные последовали его совету, они начали просто повторять святые имена, и очень вскоре люди, они сами начали приходить к ним и приносить разные пожертвования. То есть Гауди Матха уже не ходил, не просил подаяния, а все это подаяние само приходило в Гауди Матху. И вот Шрила Прабхупад, он никогда не менял никакой своей сиддханты. Никогда. А сейчас что происходит, если какой-то человек, какой-то проповедник какой-то видит какую-то, ну, как сказать, что-то неблагоприятное, он свои слова сразу же меняет, но чистый преданный никогда так не делает. Если даже вы захотите убить такого чистого преданного, он никогда не изменит свои сиддханты, свои слова. Чистый преданный, значит, стопроцентная шаранагати. Шрила Прабхупад говорил, что те, кто, те, у кого нету стопроцентной преданности, они не имеют права говорить об абсолютной истине, только если они развили такую, не, такую крепкую, непоколебимую веру, что только Кришна может спасти нас. Если у нас есть такая непоколебимая вера в Кришну, то только тогда мы сможем проповедовать, иначе нет. И в следующий раз я объясню вам то, что Шрила Прабхупад говорил то, что хотел сказать Шри Чайтанья Махапрабху. Я могу сказать, что Шрила Прабхупад – это единственный ачарья, который смог явить в своей жизни, на примере своей жизни, наставления и Шримана Махапрабху. Это был только Шрила Прабхупад. Однажды Винуда Кешава Госвами Махарадж, в то время Шрила Прабхупад был, он совершал лилу болезни, и так или иначе Шрила Прабхупад отправился в Пури, в Чатакпарват. И очень тяжело понять настроение Шрилы Прабхупады. Шрила Кешава Госвами Махарадж плакал Винода в комнате Шрилы Прабхупады. «О, Шрила Прабхупад, вы являете лилу болезни. Мы очень обеспокоены. Мы без вас не можем жить. Пожалуйста, не оставляйте нас». И Шрила Прабхупад, он начал плакать и говорить. Сейчас я вижу, никто не готов принять мои сиддханты, моего учения, моего послания. Я хотел так много сказать, но я вижу, что никто не готов принять это. И что толку оставаться мне в этом мире? И Винода начал плакать. О, Шрила Прабхупад, что вы говорите? Если вы оставите нас, мы умрем без вас. No more people like to accept my siddhanta. Но Шрила Прабхупад сказал, что я не вижу, что кто-то готов принять мою сиддханту. И Шрила Прабхупад решил оставить этот мир. И я также хочу сказать. Countless siddhanta. I can go on speaking years after years. But to touch, I like to. Я хочу сказать об особенности Шрилы Прабхупады.
One day Prabhupada went to Chakrata, not this time, this last month. Не в этот раз, а раньше. Прабхупад отправился в Читакпарвати, в Гаудиматх, на Читакпарвати в Пури. И вот он пришел, зашел в этот Гаудимат. Если меня спросят, кто же герой всей моей жизни, духовный герой, я скажу, что это Шрила Прабхупад. Я никогда не смогу забыть личность Шрилы Прабхупады во все мои последующие рождения. Шрила Прабхупад, он очень уникален, очень великолепен. Шрила Прабхупад, когда он зашел в Гаудиматх на Читакпарвати. И вот он пришел и спросил, кто этот сад тут, как сказать, организует. Сказали, вот тут Брамачари Чараш, он очень активен. Он там все так много делает здесь, и он пришел в эту комнату, спросил, кто тут это, реставрацию делает, здание и прочее. Вот этот Инчараш Брамачари очень хороший, очень активный, так много служений делает. И после этого Шрила Прабхупад посмотрел на все и зашел в свою комнату и сказал, позовите этого настоятеля Инчараша Матха ко мне. И сказал, он поклонился ему и сказал, о Прабху, и сказал ему, что ты должен сейчас быстро в Ассам переехать. И все увидели, все удивились, что он так много служения делает. Но смотрите, почему Шрила Прабхупад сказал так, поскольку у него есть отдельное, как сказать, зрение, отдельный взгляд. Ты должен сейчас быстро в Ассам переехать. И все преданные удивились, как это, он так много тут хорошего делает, и за садом смотрит, и здание ремонтирует, и ремонтом занят постоянно. Шрила Прабхупад, он видел, что внутри его сердца. И вот согласно этому настроению Шрила Прабхупад сказал. То есть не так, что перед Шрилой Прабхупадой, если кто бы ни приходил к нему, Шрила Прабхупад смотрел на него, и он сразу понимал, что внутри его сердца, и согласно этому Шрила Прабхупад занимал преданных в служении. И это была особенность Шрилы Прабхупады. Любой человек, приходящий к Шриле Прабхупаде, принимающий дикшу или харинам, Шрила Прабхупад видел, смотрел его сердце, и он мог дать ему его соответствующее служение. И поэтому, когда Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж Пранавананда Брамачари пришел, Шрила Прабхупад занял его в издательском деле. И вот как и каждого преданного Шрила Прабхупад занимал в его служение, которое идеально подходило этому человеку. И вот Гурупад Падма говорил, что я не могу объяснить о Шриле Прабхупаде, я не знаю, он, кто такой Шрила Прабхупад, я до сегодняшних дней не понимаю. И обычная лила Шрилы Прабхупады была после арати, было лето, например. After arti is over, it is a nice lila of Prabhupada. И Шрила Прабхупад являл такую лилу, он ходил, шел в сад, и ходил, повторял харинам. А мы знали и лилу Шрилы Прабхупады, нас двое или трое, я Сундарананда Видьявинод. Кто впоследствии оставил Шрилу Прабхупаду, но это другая тема, я. И еще кто-то, Васудев или еще кто-то, и вот нас двое-трое, мы ходили за Шрилой Прабхупадой с ручкой и ежедневником. Мы знали, какую лилу является Шрила Прабхупад. Мой Гурудев, он рассказывал мне, что даже сейчас я не могу понять, кто такой Шрила Прабхупад. И вот Шрила Прабхупад, он ходил там по саду, повторил харинам, и одновременно диктовал три статьи на разные темы. И вот одну мой Гурудев записывал, другую Сундарананда записывал,
насчет какой-то книги, он дополнял ее. Какую-то книгу он писал, и Васудев третью статью для Нанади Пракаши писал. И вот Шрила Прабхупада ходил, харинам повторял, и одновременно три статьи диктовал. И Гурудев думал, как это возможно, он и харинам повторяет, и несколько статей еще. Нам диктует, и все это еще запоминаете, нигде не ошибается. И вот Гурудев очень восхищался, как это вообще возможно, что повторять харинам и одновременно три статьи диктовать. И причем в этом уже достаточно... Сейчас такой человека даже с какой-то похожей памятью невозможно найти. Хотя это было 100 лет назад, во времена Шрилы Прабхупады. Смотрите, во время... И также во время Шрилы Прабхупады было, журнал был ежедневный, еженедельный и ежемесячный Надия Пракаш. Как это возможно, как новости, как новостная газета, но и то не все каждый день выходит, а во время Шрилы Прабхупады был Надия Пракаш, который каждый день выходил. Within 1 o'clock, finish. Within 2 o'clock, packing done. Within 2:30, gone to all stations. Sialdah, Howrah, here, there, gone. All train, first train, or by plane, gone. Follow what I say. How possible that time? И как это было возможно в то время, когда даже компьютеров не было, все так делали. Я слышал с лотосных уст моей Гурварги, я очень удачлив. Хотя я достаточно поздно пришел, но в то время вся Гуру Вагана, практически вся Гуру Вагана присутствовала в этом мире. Гири Махарадж, Сагар Махарадж, Шрила Санта Госвам Махарадж, Нананда Баба. Все они были, присутствовали в этом мире. Гири Махарадж жил в нашем матхе, выпасли в своем пожилом возрасте. Он говорил: о, мой сын, Шрила Прабхупад, он занял меня в таком служении, я очень, как сказать, очень ленивый человек, и Шрила Прабхупад меня занял в раздаче, в распространение Надия Пракаша, и мы в 3 часа мы вставали и раздавали Надия Пракаш, продавали в электричках, и так мы ехали в Бхагвазар Гаудимат. И мы отдавали все, что не продали, туда, в Бхагвазар Гаудимат, и потом что-то брали назад, и ехали опять в Навадвипу. И когда я доезжал до Майпура, уже было 9 часов вечера, одни змеи и лягушки вокруг были. Но я не боялся. Если какие-то шакалы вокруг были, я вот шел от читания от Хулагата до читания Матха. В то время не было никаких рикш даже. Пешком нужно было идти практически по лесу. И когда я доходил до читания Матха, уже преданные уже приняли прасад, уже многие спали. И я приходил, смотрел, прасада иногда не было, и один человек только, Нарахари Прабху. Нарахари Прабху, это мать Гаудия Матха, я видел, что Нарахари Прабху ждал меня. О, заходи, прими прасад, ты последний. А вы поели, вы не, о себе, а мне не беспокойтесь, ты сам поешь. И Нарахари Прабху, поскольку он ел самый последний, иногда не доставалось ему ничего.
Но я вот слышал это вайшнавов, и вот смотрите, какое служение совершал, а в каком прекрасном служении Шрила Прабхупада занимал всех. Киртан, one патрика. Киртан. Надия Прокаш from Надия, there. Вот Надия Прокаш в Навадвипе, в Надии публиковался. Какая-то патрика в Асами, следующая. Еще где-то. И как-то возможно столько много публикаций за такое короткое время. Кто-то спросил у Шрилы Прабхупады, что так много всего. Откуда у вас столько новостей, что вы даже каждый день газеты публикуете? Шрила Прабхупада засмеялся и сказал, что я говорю о Кришне. И как можно спрашивать такие вопросы? Он Трипад Вибхути, он... Он повелитель бесчисленных миров. Смотрите, даже в этом материальном мире так много новостей. А что говорить о том духовном мире, поскольку это Кришна, Гауранга, Махапрабху, они бесконечны. И, соответственно, бесчисленное число новостей я могу получать и публиковать их. Почему бы и нет, поскольку Кришна, он бесконечен. И бесконечное число новостей я тоже могу так получать, и вы должны верить в это. И в тот последний день, когда Кешава Госвами Махарадж, Винода, они плакали, видя, что Шрила Прабхупад являет лилу болезни. И что же говорить еще? Никто не может принять мою сиддханту больше. И что толку мне оставаться в этом мире? И Шрила Прабхупада, он отправился в Бхубанешвар, в Триданди Гаудиамат, и там Шрила Прабхупада сказал о моем Гурдеве, о Пранавананде. Он, его имя было Пранавананда. Он сказал, что мы должны дать саньясу Пранавананде. Но Пранавананда, он очень любит свою мать. Гуру Махарадж, у него была особая любовь к Шриле Прабхупаде и к своей матери. И он сказал, что мы должны дать саньясу Пранавананде. И после этого они приехали в Калькутту, и Шрила Прабхупада явил лилу болезни. Какие-то доктора пришли и сказали, что всю жизнь Шрила Прабхупада не отдыхал. Если вы увидите фотографию из Гаудии, вы просто заплачете. Если вы увидите, что Шрила Прабхупад, ему 62 года было, хотя выглядел он уже на 90. Вы можете просто плакать, видя Шрила Прабхупаду, что это он не отдыхал даже ни секунды за всю свою жизнь. Как это возможно, как можно это ожидать? И вот внешне может выглядеть, что Шрила Прабхупад здоров, но... Он так стал более достаточно быстро, и какие-то доктора пришли, дали совет, что Шрила Прабхупаде надо побольше отдыхать. Но Шрила Прабхупад, он плакал, он говорил, что если я прекращу говорить харикатху, я умру. И все севаки, все слуги Шрила Прабхупады, те, кто служили ему, они как-то... Doctor, those you know, those devotees, they stop me speaking. Actually, и вот, в общем, как-то препятствовали. И Шрила Прабхупада сказал доктору, что если я прекращу говорить харикатху, я могу умереть. Вскоре Шрила Прабхупада явил очень сильную лилу болезни Пранавананда Брамачари, Бхакти Прамод, Пранавананда и Парамананда Брамачари. И вот они служили Шриле Прабхупаде, у них была смена по 12 часов.
Continuous doctor speaking, continuous you have to keep watch, close watch on Prabhupada. Anytime something can happen. Then Pranamananda Brahmachari Bhakti Puna Purigashi Maharaj, night time stay and Paramananda day time, 12 hours. Mane 6 to 6, 6 to 6. Guru Maharaj speaking directly. I was bound to write this Guru Maharaj, я писал в его жизнеописании на Бенгали. Я написал этот случай. Very small. There I was bound to speak this katha. Guru was speaking. И вот Guru Maharaj говорит. One day, однажды. It was 31st December night. Это был 31 декабря ночью. Или 1 января по английскому календарю. 3 часа ночи практически. And Seva Division was there. Then I was going outside and actually I was giving all oxygen funnel and everything to Paramananda and coming gradually. И вот я уже оставил, и уже наша смена к концу подходила, и Парамананда позвал меня, я только вышел, и Парамананда позвал меня. Парамананда, Шрила Прабхупада ушел. И когда Гурудев услышал, когда я только вышел из комнаты Шрилы Прабхупады, я очень медленно шел, как будто тьма везде. Я думал, о, Шрила Прабхупада оставит нас, и что же будет? Я только думал об этом, меня позвали и сказали, что Шрила Прабхупада ушел. Я сразу же зашел в его комнату, увидел, что Шрила Прабхупада ушел, и все начали плакать, подобно магии. И все общество узнало сразу, что Шрила Прабхупада ушел. Все начали плакать. Шрила Прабхупада ушел. Мы не можем обрести его еще раз. Если мы недостаточно искренне, мы не можем увидеть Шрилу Прабхупаду. Если мы искренне, достаточно искренне, мы можем обрести милость Шрилы Прабхупады. Но внешне мы видим, что Шрила Прабхупад ушел. Шрила Прабхупад говорил, мы все плакали. И я не могу объяснить, что происходило там, но мысль, одно очень важное случилось, что тот момент, когда Шрила Прабхупада оставил свое тело, то мы увидели, что все часы в храме, они все остановились на том конкретном времени, в Нишанта Лила. То, когда кончается ночь, Шрила Прабхупада оставил свое тело в то время, и мы увидели, что все часы, которые были в Матхе, они все остановились на этом конкретном времени. Все, абсолютно все часы, которые там были. И когда Шрила Прабхупада ушел, вот там конкретное время, все время остановилось. Шрила Прабхупада специально оставил тело в это время. Вамана Госвами Махарадж говорит, не только Питамаха Бишма может оставить свое тело по своей воле, много ачарьев, они также оставили тело по своей воле. Как Шрила Кешава Госвами Махарадж. Ваман Госвами Махарадж говорил, что Гурудев просил, смотрите, Пурнима до какого времени? И вот посмотрели в календаре, сказали, Пурнима до часу 30, хорошо. Пуджари закрыл комнату, только вот на день ухода Шрилы Кешава Госвами Махараджа я могу более подробно рассказать. И вот Пуджари вышел из комнаты, из алтарной, увидел, что с Радхарани упала гирлянда, он взял эту гирлянду, пошел к Шрилы Кешава Госвами Махараджа, предложил эту гирлянду, и он ушел. Speaking about any false philosophy. Vargasimha had already declared.
Также Бодхи Гусвами Махарадж, он сказал, что в такой-то день, какое-то число, в такое-то время я оставлю свое тело и прошу вас, не трогайте меня. И вот он уже переоделся в новую одежду, уже все подготовился, тут какой-то преданный пришел, прикоснулся к нему, и Бодхи Гусвами сказал, что ну все, сегодня я не смогу оставить свое тело, и следующий раз еще раз прошу, чтобы никто меня не трогал. И вот в следующий раз уже никто его не трогал, и он оставил успешно свое тело. Krishna can pass this way, after that I can go behind him. Please don't try to mislead me. I am speaking fact, Siddhanta. I like to speak so many things, but today time cannot permit. Я хотел так много всего сказать вам, но времени нету и на сегодня конец. Я не смог получить полную милость Шрилы Прабхупады, но так или иначе. Jai Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada.